здоровья, терпения. Конечно же, любить хоккей. Вот сейчас атака Рижского Динамо и... пропускает автомобилист. Ненужный совершенно гол. Но хорошая атака получилась у Рижского Динамо. Смотрим, как это было. Пошли в зону. И хорошая передача. Но здесь немного не доработали. Но теперь уже, конечно... теперь уже ничего не сделаешь. Но вот такой момент. Хороший бросок получился.